Возможности сервисных роботов стали одной из ключевых тем международной выставки садоводства в Чэнду. Помощники с искусственным интеллектом способны на многое – от массажей и приготовления кофе до патрулирования улиц и доставки еды. Уже почти 3 года стальные курьеры трудятся во многих городах Китая. По словам производителя, 4 таких робота могут удовлетворить потребности офисного здания, где работают 2000 человек. В обозримом будущем это может изменить отраслевую бизнес-модель до неузнаваемости. Мы понимаем, что в дальнейшем индустрия перейдет от продажи сервисных роботов к предоставлению услуг с их помощью. Это 2 совершенно разные концепции. Вместо того, чтобы получать прибыль от товаров, мы будем получать прибыль от услуг. Инновационный центр по созданию человекоподобных роботов в Чэнду – одно из мест, где гуманоиды учатся ходить и с помощью искусственного интеллекта овладевают различными навыками. Наши роботы понимают человеческий язык и могут выполнять команды, которые слышат от людей. Для этого больше не требуется программирование. В Чэнду удалось построить развитую индустрию робототехники полного цикла. Она охватывает все – от лабораторного проектирования роботов до производства и внедрения.